хочу развиваться дальше, просто мне вот интересно просто. Тем более я услышал, что 2,5 раза вы чем мощность двигателя. Попробуйте как бы это вот начать, как оно пойдет, все, мне просто интересно. Понял, хорошо. Ну, собственно, тогда давайте начнем нашу экскурсию. Здесь начинается здание НИТЭЛ. Мы здесь арендуем площади, наш завод еще будет, точнее, инновационный центр чуть позже построят. Вот, и сейчас мы подходим уже к началу наших помещений. Здесь у нас расположена лаборатория. Собственно, обитель, так сказать, да? Всего интересного и самого вкусного. Здесь сейчас аккуратно нагрузочная машина. Тестируем двигатель. Был сначала тест холостого хода, а теперь уже идет тест под нагрузку. Если что-то можете, расскажите, интересно просто. Ну вот смотрите. Для заливки или как? Да, 3D-модель. В дальнейшем это будет сделано из меди. А, из меди будет. Технические данные. Мы можем либо проверить, либо просто исследовать, если мы не знаем, что это было за здание.